на радаре никого не показывают. Походу, ты скоро зайдешь, Лиз. Да не факт. Кто-то везде зарылся, блин, как трус. И сидит где-то. Надо найти спавн. Не все возле спавна, я уверен. О, свинка, хорошо. Давай. Это спавн? Блин, ты не спавн. Опа-на! Так, чувак без оружия. Это хорошо. Сейчас пойдем прикончим его. Весь палевно. А, блин, постройка какая-то. Небось, ограбили уже. Так. Ну, они вдвое в тиме, это точно. Так. Какой позор. Что случилось-то? О, ты чувак такой тупой. Вот овца. О, осёл. Ой, я замочил. Учитесь, люди. Да блин, они еще лохи такие. Вот смотрите, они вообще не бьются. Они только железный нагрудник свой халявный скрафтили. Или нашли. Мне пофиг, что они сделали. Но лохи какие-то натуральные. Блин, жаль, тут не работают читы и флаи. Я сейчас прикончил его быстро. Так, я, наверное... Ладно, хай беги, бежит этот чмошник. А я заберу бронь лучше. О, жестоко. Лагает. Блин, зачем дождь сделала на этом, на голодных играх? Зачем, честно? Мне вообще с бронь найти. О, нашел, шикарно. Так, а больше ничего нет? Так, и одно мяско захаваем. Раз, раз, раз. Так. Одного блока не хватит. А, нет, двух. Да блин, опять этот упырь идет сюда. Сейчас мы заныкаемся. О, пацан вообще идет такой пацан весь. В железке. А, с золотым мечом нормально. Давай, мочи мою килавра его. Мочи его. Ты сможешь. Мы в тебя верим. О, красава. Берем так. Честно говоря, я на этих голодных играх первый раз, может, я даже ничего не знающий. Так, куда молния ударила? Блин, просмотрел. Сейчас бы нам еще людей найти. Влад, ты не знаешь, какой меч больше сносит? Золотой или каменный? О! Золотой, я думаю. Только золотой и пистолет. Я знаю. В этом-то прикол. Так, сейчас я арбуз поставлю, сломаю его. Так, у нас еды куча теперь. Только я даже не знаю, зачем мне стрелы. Потому что стрелы вообще нефиг тут. Ладно, сейчас...